Ползунова, 31, историческое здание горит. На углу тут ритуальный магазин. Вот сегодня у нас 21 января 2018 года. Вот. Ну, я не посмотрел на это еще далеко. Думал, что ближе. Вот, люди стоят, пожарные. Там пожарные наверху машин. Лестницы. Я не приближаю ничего. Вот оказать, где это. Ну, площадь. Вот. Памятник жертвам репрессии. Тут я был и говорил. О. Я его не вижу, где он есть. Ага, вот он. Вот это памятник. Мальчишка провожает отца. Это вот люди собрались на площади. Старый базар. Тут под крышей везде выбивается огонь. Вот посмотри, как страшно. Это старое здание. Это называется историческое. Я дым увидел из дома-то. Далековато. Дым идет очень высоко. Пар идет. Пар. Ну, может быть, ну, метров на 500, 300. Там еще намного выше он идет, где идет. Давно. Пламя-то как идет сильно. Ну, чтобы понять, что сильно, вот посмотрите на это, на лестницу. Как он бесстрашно туда залез. Ну, залез, подняли, в смысле его. Вот он сидит там. Он пытается поливать. Пожарные. Ну, вот. Ну и люди глазеют. Воскресенье сегодня. Господи, помоги им. Там воду льют, он откуда-то падает. Видно, что идет. Деревянное здание. А тут сколько пожарников, то как бы они не сгорели. Они прям на крыше. Ну сбоку, ветер-то в ту сторону дует. Вот оно, написано МЧС. Здание-то одноэтажное. Сколько с него дыма, огонь-то как рвется. Ну тут вековая жара была. Вон так. И народ-то что, выбор такой. Вот когда вся земля сгорит и творение на ней, как Бог говорит, какой пожар будет, что делать будем? Вот надо сегодня на этом примере учиться. Сегодня, конечно, пожарники заботятся о нас, воду качают, жертвуют собою. Такие люди смелые в пожарке работают. Ой-ой-ой. Вот так. Я подойду поближе туда. Видишь, прямо стоят, опять у меня. Ну, даже вот через дорогу жарко. Вот он. Пожарник пополощет. Огонь. Вот он. Ну, сколько пожарников-то здесь. Это я захожу с другой стороны уже. Не приведи Господь. Вот оно что, под крышей, все горит. Такой огонь потушить, это только пена надо. Я работал в пожарной команде. Перегрузочная база нефтяная. Там машина ураган. Гонят пену слоем полтора метра толще. Туда бы загнать вот эту трубу. А так-то что он там, блин, вот он едет. Давай, попал туда дальше. Как они заботятся о нас. Ой-ой-ой. Это сколько добра пропало. Это я попал, где-то это машин сколько здесь. Смотри, сколько машин. Медицина пришла. Господь дает такую заботу. Говорят, власти не заботятся. Заботятся. Заботятся о народе. Смотри, сколько машин вот я показываю здесь. Воскресный день. Люди не спят, вахту несут. И милиция, и пожарная. Поэтому все это болтовня. Власти нету. Власть крепкая.
Смотри, как заботятся. Кафе «Старый город». Я подошел здесь дальше и показал мне. Это вот угловая, идти вот старый базар, линия разворачивается трамвайная. Пожарных-то машин сколько, на той стороне еще 3. Да здесь вот 4. 5, 6, 7, 8, и там еще звенят. Ну, эти пожарники сколько погибают, их туда самых смелых набирают. Я был в пожарке, там тренировки у нас днем и ночью шли. Ну, видно, ловкие ребята. Не приведи Господь. Вот тот старый базар как раз. Трамвай тут разворачивается. Вот он все. Пробивается огонь уже с этой стороны. Вот он где. Тут знакомые у меня были. Сюда здоровался. Теперь документы, все сгорит. Вот они. Огонь прямо пробивается. Толстый шланг идет сюда к ним. Ну толстый. Больше 10 сантиметров. Вот так. Не приведи Господь. Помоги, Господи, пожарному это, спасти, и людей, если есть кто-то. Тут и медицина, и милиция, все собрались. Это тут еще помощь. Смотри, сколько медицинских машин. А то эти враги только кричат, власти нету. Власть есть и крепкая власть, заботится о людях. В чрезвычайной обстановке, конечно. А когда мирно, его можно этого человека и обобрать, тут никому не секрет. А вот в такой же ситуации это, вот. Смотри-ка, какой огонь идет, сюда на вот идет, до конца не видать. Вот отсюда, смотри, он отсюда включает. Вот отсюда бьет, прямо сюда. Ну а что ты бедрами дома сделаешь? Вот. Ну ясно дело, что заботятся. Смотри, автобусы, все о людях, забота такая. Такие автобусы, МЧС, и все. А вон там подальше, это вот памятник Ползунова. Это Ползунова 31. А дальше прямо туда, это памятник жертвам политических репрессий нашему брату. Вот так. Я сейчас могу даже подойти туда. Оттуда сюда подальше заснять. Ну тут я уже прошел. Сейчас маленько пройду здесь. Это жертва политических репрессий. Удивительный памятник. Много лет его готовили. Поставили. Вот он где. Я на открытии памятника был. Тут представители краевой администрации были, и ФСБ, и все. Это официальный, не то что неофициальный. Называется «Прощание». Долго готовил его скульптор, и кажется, сын скульптора тут присутствовал. Вот как оно написано. Читай. Вот он как, мальчишка обнимает, отца взяли, остался без сиротою. Ну отсюда посмотреть, вот, смотри как. Куда? Тут сотни метров идет. Надо же, домик одноэтажный, сухой. Он вон в чем дело. Он со всех сторон загорелся. Как загорелся-то, непонятно. И главное, ветру нету. А то вот тут даже не подойди. Вон пламя-то как рвется. Ой-ой-ой. Я все выключаю.